Відкрита трибуна. На українській залізниці з'явиться так звані розумні переходи з відеофіксацією та звуковим сповіщенням. Чи зменшить це кількість смертельних випадків? Обязательно нужно. Посмотрите, сколько смертей. Ну, по телевизору раз в месяц есть обязательно, непременно, какой-то ребенок полез. Там мы, наверное, сами еще помним себя в детстве, пробежать быстрее около поезда. Ну, все мы, дети Советского Союза, и вот так вот развлекались. Да. Обязательно, это очень необходимо. Везде. Их надо ставить везде, потому что достаточно часто как бы по роду деятельности вообще я по миру. Это не только Европа. И это очень удобно, это очень классно и круто, когда человек может слышать и понимать. Поэтому это очень хорошая идея. Их это должно быть априори нормой. А вы как думаете, уменьшит ли это количество летальных исходов? Ну, наверное, да. Чем больше ты вооружен, оповещен. Точнее так, чем больше ты информирован, оповещен, тем ты, скажем так, лучше вооружен. Поэтому, думаю, да. Ну, я считаю, что однозначно станет меньше. Вот. А устанавливать их нужно там, где уязвимы такие, скажем так, граждане с кем-то ограничением слуха, зрения. Вот в таком плане. Ну, обязательно, особенно где есть детские учреждения, где большое скопление людей, конечно, где оживленное, ну, оживленное движение. Обязательно надо ставить эти пешеходные переходы, потому что часто люди вот идут на своей волне, да, задумают, тут бах, что-то там, ну, какой-то сигнал подал. И если, допустим, видео там, ну, обязательно надо. Ну, особенно, конечно же, вот около школ, около институтов, где большое движение, чтобы для молодежи. Потому что молодежь часто ходит с наушниками в ушах, они идут, ничего не слышат. И, конечно, если их там кто-то гапнет, я извиняюсь, или гаркнет, то, глядишь, конечно, то, что летальных исходов будет меньше, это 100%. Опять же, тут опять же нужно начинать с самого начала. Как бы... Я думаю, вот вы мне сказали про это, да, я думаю, что, ну, тут есть как бы интересы некоторые, сколько украсть, а сколько на это положить денег. Вот, тут как бы дерибан, скорее всего, снова, опять же. То есть давайте лучше начинать как бы с РЖД, с вагонов, с стоимости, которую постоянно поднимают необоснованно. Хотя вагоны все старые, все дряхлое. Давайте как бы начинать с новых вагонов, как бы с реформы вообще Укрзалезницы полной. Я считаю, что нужно поставить такие переходы в тех местах, где много детей, и в каких-то селах, где поезда проезжают, потому что там гуляют много детей, и действительно, это очень будет полезно, чтобы они больше смогут понять, и что нужно, как переходить, то есть особенно для маленьких детей, которые в селах, и они будут более, будут более ответственно к этому относиться. Ну, конечно, в любом случае это уменьшит, так как это, ну, мера безопасности, плюс люди будут видеть, где переходить. Я считаю, что нужно поставить в двух местах, там, где много происходит разных происшествий, связанных с железной дорогой, и там, где, ну, такие места, где, ну, села, где не город, где люди меньше к такому адаптированы, чтобы они, ну, чтобы меньше было происшествий. Лучше все ставить там, где чаще всего люди переходят. Это логично. И я думаю, что станет меньше, хотя, ну, идиотов полно, и как было, их так и останется. Відкрита трибуна.